Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами полистаем вместе каталог Oriflame номер 16. Это уже ближе к концу года каталог, у нас останется еще 17-й, и в этом каталоге очень много интересных предложений, акций, новинок. Я обо всем расскажу подробненько, и мы даже все протестируем из того, что есть в моем личном пользовании. Видео получится длинным, поэтому если вы хотите немножечко ускорить его, выберите настройки. Кто смотрит с телефона, то это будет правый верхний угол, кто смотрит с компьютера, это правый нижний угол. Выбираете настройки и увеличиваете скорость так, как вам удобно. Приятного вам просмотра, и напишите потом в комментариях, что вам было особенно полезно и чем я вам помогла. Приступаем к рассмотру. Каталог начнет действие 16 ноября, а закончится 5 декабря. В этот период нужно успевать отправить свои заказы. И здесь у нас разноцветная пятница, черную зачеркнули, отлично. Сразу классное предложение заказать набор, в который входит каталог, пробники, крема Экологен, дневной крем Экологен Novage, далее пробник туалетной воды Eclat Femme Weekend и мужской туалетной воды Eclat Home Sport. Классное предложение, всего за 69 рублей. Я всегда им пользуюсь, пробники раздариваю клиентам или пополняю свою коллекцию. И на первой же странице классный аромат представлен. Я вам буду показывать очень мало ароматов, но вот покажу те, на которые хочу, чтобы вы обратили внимание. Удобно, что в каталоге есть страничка, которую можно потереть и распробовать нотки аромата. Мне он очень нравится. Аромат красивый, стойкий, такой необычный, и на него все обращают внимание. Аромат цветочный, фруктовый, древесный, такие нотки в нем приятные. Всегда рекомендую брать пробники, не заказывайте аромат, пока вы его не потестировали, потому что может быть, что он вам не подойдет. У ароматов женских в основном объем всегда 50 миллилитров, но бывают и другие объемы поменьше. Да, больше не бывает. А вот мужские ароматы, они бывают и 100 миллилитров. Мужская коллекция, она огромная, ароматы стойкие. Есть вот в женской коллекции есть ароматы, которые менее стойкие, да, там держатся 3-4 часа, есть очень стойкие. А вот мне кажется, в мужской коллекции все ароматы очень-очень стойкие и красивые. Но всегда тестируйте через тестеры. А далее нас ждут с вами карандаши для глаз, серия The One. У меня есть несколько оттенков, и я вам их покажу. Вот такие вот три карандашика белый, который классно подходит для макияжа Smoky Eyes. Черный, такой черный. Мне нравятся эти карандаши тем, что они не растекаются, не размазываются. То есть можно с ними и посмеяться до слез, и попасть в дождик и в снег, они не растекутся. Вот такие вот классные, очень хорошие карандаши. Отлично точатся, и можно сделать острие совсем прям тоненьким, таким острым. Тушь. У меня есть тушь, я вам покажу. Ой, цена-то какая хорошая, 199 рублей, с эффектом кошачий глаз. Вот такая вот большая пушистая кисть, и она действительно делает акцент на внешний уголочек глаз, и получается такие глазки интересные. Мне тушь очень нравится, и дочке моей тоже она подошла. А вот розовую я вам показать не могу, но если выбирать для меня лично между черной и розовой тушью, то мне черная понравилась кисточка больше, чем в розовой туше. Далее нас ждет серия Giordani Gold. Вот тушь я вам не покажу, потому что мне не подходит тушь Giordani Gold, не знаю почему-то, ни одна из них, которые я пробовала, не подошла. Но я вам покажу зато специальное средство, которое позволяет сделать объемнее ресницы. То есть это специальная беленькая такая основа под тушь. Я ее уже не пользуюсь, потому что, видите, она уже загрязнилась тенями. Да, все, что собирается, такой пользоваться уже нельзя продукцией. Но я ее держу просто, чтобы показать, какая кисточка, и что этот продукт классный. Но я вот его даже до конца не использовала. Видно, что много еще продукта осталось. Но уже не пользуюсь, потому что берегу свои глазки, потому что они у меня чувствительные, и лишний раз их, чтобы что-то туда попало, я не хочу. Далее, помады. Кстати, на Новый год блистать, сиять своими губками, если вы хотите, то вам подойдет помада именно с левой стороны, с эффектом сияния Pore Shine HD. То есть это очень будет много-много таких красивых
бриллиантиков мельчайших на губах, то есть они все переливаются. Вот картинка, она не передает красоту помады. У меня сейчас такой нет, потому что я почему-то вот перешла на более матовые, плотные текстуры, а эта помада очень легкая. А с правой стороны нас ждет супер стойкая матовая, супер матовая губная помада. У меня есть в оттенке глубокий сливовый, вот такой вот глубокий цвет, красивый. Она действительно очень хорошо лежит на губах, стойкая, и с ней можно, как говорится, и в пир, и в мир. Помада, и когда вы, если на работе, то нужно, чтобы губы всегда были в отличном состоянии, чтобы под маской помада не стиралась, то, конечно, мы всегда смотрим на более стойкие помады. А здесь нас ждет новинка в серии Giordani Gold. Именно в жидких помадах эликсир у нас появляется 4 новых оттенка, и я вам покажу оттенок теплый кашемир. Во-первых, обратите внимание на дизайн, как это красиво сделано. То есть мы в нижней части видим, какой нас оттенок ждет в этой помаде, и далее такая растяжка цвета идет, переход в черный. Удобнейшая кисточка у помады. И теплый кашемир, вот такой вот красивый, красивый, естественный, очень приятный цвет, который, на мой взгляд, подойдет как брюнеткам, так и блондинкам, как обладательницам светлой кожи, так и смуглянкам. То есть это такой уникальный, да, оптимальный оттенок, который подойдет всем. И у помады еще приятный аромат. Поэтому я рекомендую эту помаду, она тоже идет у нас с хорошей скидкой в этом каталоге. А с правой стороны нас ждет кремовая помада Giordani Gold, но кремовую я вам не покажу, у меня нет из этой коллекции ни одного оттенка. Листаем дальше. Тональная основа, мультифункциональный CC крем, он действительно волшебный, у него SPF 35, и этот CC крем, вот у меня в темном оттенке, он классно лежит на коже, капельку вам покажу такого. И далее у нас идет тональная основа флюид, которая превращается в пудру. Мне не нравится то, что вот так ее нужно доставать. Вот, честно говоря, я бы ей пользовалась с огромным удовольствием, но вот каждый раз открывать тональную основу, она бывает что-то испачкает, капнет. Из-за этого я ее перестала использовать, потому что гораздо удобнее брать тональную основу или в тюбике, или еще лучше, чтобы был дозатор. Итак, показываю. Здесь у меня оттенок темный, это естественно, я брала на лето, потому что летом все равно немножко загорает кожа, и нужна более сильная защита, нежели осенью или зимой, потому что солнце более все-таки летом активное. А здесь у нас та самая тональная основа флюид. Такая она сначала жиденькая, такая тоненькая, она делает такое ровное, красивое покрытие. Так, я вам сейчас скажу, у меня тон 20 на конце, фарфоровый. Оттенок фарфоровый, смотрите, но он не совсем бледный сначала, а потом подстраивается под цвет кожи. Вот сейчас он немножечко полежит, я много просто положила, смотрите, как он красиво растекся, все заполнил все пространство, перекрыл все вены, хотя он очень тоненький. А CC крем, он более такой кремовый, то есть его чувствуешь, потому что он такой более густой и плотный. Ну, по качеству оба очень нравятся. Вот он, все, пудрочка прямо стал превращаться в пудру. Убираю, потом еще покажу вам руку, то есть сейчас будет впитываться, процессы идут. Очень классные предложения. Далее нас ждет целая коллекция Giordani Gold таких классных продуктов, как румяна в шариках и сияющая пудра в шариках. Смотрите, какое чудо. Румяна в шариках я просто обожаю. У меня как раз естественное сияние оттенок. А чем они классные? Их надолго хватает. Мне нравится то, что здесь микс разных оттенков, и можно, например, если вы хотите сделать более теплые, взять, отложить розовенькие, например, в другую коробочку куда-то перекинуть, оставить только бежевые, или убрать бежевые, оставить только розовые. То есть вы используете их так, как вам удобно. А сияющая пудра, она с корректирующими оттенками, то есть вот этот сиреневый, золотой, коралловый оттенок, белый, зеленоватый, все они при смешении нейтрализуют неровности цвета тона кожи. То есть если у вас какие-то есть, да, вот там чуть-чуть в синеву уходит, или в коричневую, или в зелень, то есть эти цвета нейтрализуют
и выравнивают тон, при этом легкое сияние, и получается такая красота на лице, вот просто чудо. И пахнут, они имеют такой вот вкусненький аромат, приятный, который, ну, чувствуется какое-то время на коже. А далее нас ждет коллекция новинок, это ароматы. Какие они красивые, у них необычные названия. Первый аромат вот большой называется All or Nothing. Сразу начнем с дизайна коробочки, это просто что-то необыкновенное, очень удобно. То есть коробочка выдвигается, и аромат мы извлекаем из коробки. Далее посмотрим сам дизайн флакона. Круто, правда? Вот даже нет слов. Само стекло под цвет топаза, очень красиво. Крышечка снимается вот таким образом, то есть целиком снимается крышка, и распыляется очень хороший распылитель у аромата, вот такой распылитель. Запах такой приятный, состав, конечно, богатый, то есть вы можете посмотреть, что это максимальная концентрация аромата, это парфюмерная вода тире духи. Ой, какой вкусный, очень вкусно. Магнолия, малина и супер абсолют ванили. Сейчас это модные такие оттенки в аромате. И если вы заказываете себе такой аромат, то вам в подарок приходит еще вот такой малыш. Он как продолжение аромата, и чтобы его немножечко видоизменить. Так, ищу название, не могу найти, где у него просто еще интереснее название. Ну окей, посмотрите, да, прочитаете дальше. Итак, второй аромат мы наслаиваем на первый, то есть нанесли первый аромат, добавляете второй. Вот название: All or Nothing Unique Accord и один. О, надо же такое придумать, язык сломаешь. Вы можете потереть страничку, если у вас есть бумажный каталог, а если нет, то через пробники. Конечно же, через пробники всегда нужно заказывать себе тестеры, чтобы себе подобрать правильно и дать понюхать ароматы своим клиентам и близким. Итак, второй аромат уже содержит лепестки жасмина, мускусный аккорд и белую древесину. Вот, кстати, мне показалось, что первый аромат, он более такой глубокий, даже тяжеловатый, второй более легкий, такой звонкий аромат. Мише больше понравился вот первый большой, да, оригинал, а мне вот больше второй. Но сегодня я их наслоила друг на друга, и это уже получился третий аромат, и он просто необыкновенный. Поэтому это чудо. Спасибо Oriflame за то, что нас балуют такими классными, крутыми новинками. И я вам рекомендую, конечно, воспользоваться предложением. Оно действует только в этом каталоге. При заказе полного аромата малыш идет в подарок. Следом у нас парфюмерные спреи для тела. Они легкие, невесомые, с приятными звонкими ароматами. Серия Love Potion у нас пополнилась в 15-м каталоге новинкой. Love Potion Midnight Wish. Вот такой вот красивый аромат. Он отличается от первых двух, очень сильно отличается, он совсем другой. Он очень нежненький, мягенький, такой сладенький. Я в нем услышала, конечно, вот вишню засахаренную больше всего. Не так звучат активно нотки кофе или древесный мускус, а вот вишенку я почему-то слышу больше всего. И он так нежно-нежно лежит на коже. Многие задаются вопросом, не будет ли слишком сладко, но, честно говоря, на мой вкус нет, не слишком сладко, он мягкий, нежный, он не давит, то есть он такой прям вот хороший, приятный аромат, аромат пироженки. Так, далее вкусные тоже ароматы, все рекомендую пробовать через тестеры, как всегда, поэтому пролистываем эти странички, которые зачастую бывают самые притягательные для многих, но так передать свои впечатления — это долго, да, и вы лучше попробуйте сами, чтобы понять, подходит вам или нет. Для мужчин у нас выходит новинка ремень, такого я не видел, да, новинки, ограниченный выпуск, ремень и мужская косметичка. Да, мужчинам тоже нужны косметички, потому что они бывают и в командировке уезжают, да, или просто хранить свои продукты, чтобы они знали, что это их
место, их продукты, да, или это их ящичек, их сумочка. То есть для мужчин нужно всегда выделять вот свое место. Далее тоже спрей для тела мужской и несколько мужских ароматов нас ждут, очень красивые, разнообразные, на любой вкус. Для мужчин шариковый дезодорант, шампунь для волос и тела, мыло и губка для душа. Обратите внимание, что в этом каталоге акция: при покупке двух продуктов цена каждого, да, становится меньше. То есть вы берете, например, два дезодоранта, два шампуня, или надо будет попробовать через личный кабинет, да, любые два продукта. Я обычно всегда, если не нахожу какую-то запись, как правильно делать, я просто делаю тестирование через личный кабинет, добавляю один продукт, второй, и смотрю, как меняются цены. То есть здесь любые два вы можете взять: дезодорант и шампунь, или дезодорант или мыло, мыло и губку, собрать отличные подарки, кстати, по вполне таким приятным ценам. Далее нас ждет набор для бритья мужской, и можно взять по отдельности. В набор входит пена и крем после бритья для чувствительной кожи. Ну, в наборе, конечно, цена намного выгоднее, поэтому не забывайте, что код набора он немножечко другой. Для мужчин роскошный набор из серии Novage. У меня Михаил пользуется таким набором, мне очень нравится эффект. И снова декоративная косметика, подводка. Подводку покажу, а вот контурный карандаш забыла взять, хотя он у меня тоже есть. Итак, подводка выглядит таким образом: баночка стеклянная, пластиковая крышечка, и внутри много-много черненькой подводки, но к ней нужна специальная кисть. То есть я заказывала в Oriflame кисточку скошенную, такую, то есть со сгибом, для этой подводки, но мне, честно говоря, пользоваться ей неудобно, поэтому она у меня полная практически стоит. Я ей немножко попользовалась, но потом поняла, что мне лень, не очень удобно, поэтому я ее держу вот так вот для обзоров. Можно было бы, конечно, кому-то отдать, но что я буду показывать вам. Консистенция у подводки отличная, она так классно лежит на глазах, то есть ее можно вот так вот увеличивать, да, наслаивать, можно сделать тонкую линию, если кисточка хорошая. У меня просто забитая кисть сейчас, и она не смывается, не размазывается, просто классная, очень классная по составу. Если вы любите такую форму подводок, то она вам идеально подойдет. А мне вот нужно что-то подинамичнее, мне проще взять подводку жидкую и ей сразу быстро нанести макияж. Корректирующую базу я не пробовала, поэтому пока моего личного впечатления нет. Но чем она интересна? То, что она содержит, то есть это база под тональную основу, под макияж, то, что она содержит гиалуроновую кислоту, и это позволяет восстанавливать баланс влаги. Если ваша кожа, вот бывает, что выглядит обезвоженной, да, суховатая, шелушение, то я думаю, что вот это будет классная штука. Я ее планирую заказать чуть попозже, поэтому когда закажу, попробую, конечно же, с вами поделюсь впечатлениями. И еще один продукт нас в этот раз в Джордане просто балуют, это пудра. Пудра в оттенке естественный, пудра нам приходит с кистью, то, что очень классно. У нее удобная упаковка, то, что здесь мы двигаем вот таким вот пластиковую крышечку, и открываются дырочки. Смотрите, не отрывайте всю наклейку, потому что будет слишком много пудры высыпаться. Смотрите, мы перевернули, пудра высыпалась. Если вы все оторвете сразу, то будет слишком много, может быть, высыпать, поэтому проще чуть-чуть добавлять. Пудра роскошная, у нее очень приятная текстура, она закрепляет макияж, она и сияние передает. В ней есть светоотражающие частички, которые будут делать кожу визуально более молодой и свежей, и нейтрализуют мимические морщинки. И цвет универсальный, он подойдет под любой оттенок кожи, светло ли у вас или более так смугло, то есть вам она точно подойдет. И потом также вот повернули крышечку, закрыли дырочки, положили кисточку и закрыли обратно. Ну вот я пудру насыпала, нужно будет использовать, чтобы не пачкать продукт. Далее нас ждут специальные предложения по контурным карандашам для губ. У меня сейчас два. Один, наверное, где-то в сумочке пользовалась недавно. MAC
MAC роскошный просто контурный карандаш. Он подходит под малиновые, красные помады, практически под все оттенки. А второй покажу вам Gardenia. Он такой нюдовый, нюдовый, приятный цвет. То есть под все светленькие помадки подходит. Очень хорошие тона. И удобно то, что со второй стороны есть кисточка, и можно растушевать или нанести помаду, или растушевать контур. Далее Cushion. Вот так вот он выглядит. То есть я почему-то его забросила, сначала им пользовалась. А у меня еще такой темный оттенок, 45-й, это песочный беж. То есть он прям только под загар. И сейчас я уже побледнела, и он мне точно не подходит. Есть зеркало, есть пуховка, которой я не пользуюсь, я ей попользовалась немножечко и убрала, потому что это как дорожный вариант, а удобнее пользоваться специальным спонжем. Вот она у меня уже, еще много, кстати, вот надавила. В серединке я, наверное, использовала, а по краям еще много. Классная штука, хочу вам сказать. Ну, это что-то нереальное, как оно преображает кожу, вот это нанесение вот этого средства. Она становится такая красивая. Давайте попробую вам где-то показать. Вот, например, вот здесь на венке. Бесподобно. Вот это просто наслаждение пользоваться таким продуктом. Особенно, конечно, классно. Вот все нанесла. И идеальный тон сразу. Не забивается в поры, не собирается, не скатывается. Это просто фантастика. Но вот единственное, он для меня темноватый стал, поэтому сейчас уже пользоваться им, наверное, не смогу, если только с какой-то закрытой кофточкой. Конечно, мне в этом продукте мне все абсолютно понравилось, поэтому если вы любите удобные, классные, необычные такие тональные основы, то самое время попробовать Oriflame Cushion. Далее здесь нас ждут мультиактивные бальзамчики со скидкой. Вот смотрите, иногда прячутся скидки даже в мелких картинках. Классные бальзамчики. Далее здесь без скидок все, пролистываем дальше. Тушь. Ну, что я вам хочу сказать, тушь необычная. Это не две кисточки, это одна кисточка, но две крышечки. То есть вы вынимаете тушь либо через нижнюю, тогда будет много на кисточке туши, и она сделает объем. Если через верхнюю, то снимется больше туши, и будут более легкие такие прозрачные реснички. То есть вы пробуйте так и так, экспериментируйте. Можно нанести сначала вот такой тонкий, сделать вариант, то есть немножечко утолстить ресницы, а потом достать через нижнюю крышечку и добавить объема и густоты. Конечно, такая тушь пользуется популярностью. И здесь есть еще, кстати, щеточка для бровей и ресниц, очень удобная. Далее нас ждут классные такие продукты. Недавно у нас обновился стойкий маркер подводка. Он просто очень крутой. Мне нравится, какой он тоненький, то есть он так тонко наносится, можно толсто. Где-то у меня должен быть чистый участок кожи без тона. Я им активно пользуюсь, и немножечко я его как бы забиваю тенями, потому что я сначала крашу тени, потом контур. Его надо так потрясти получше, и он будет еще лучше. Вот видите, подошел сразу, оп, и тоненькую стрелочку. Нравится мне этот продукт, кстати, наверное, самый удобный, хотя я люблю подводки с длинными кисточками, но все-таки вот такой маркер — самая удобная форма для того, чтобы накрасить классные стрелки. Супер-пупер новинка — помада для бровей. Во-первых, красивая, во-вторых, это что-то. Ну, я даже сравнивала, записывала видео, где я сравниваю, как мы пользовались раньше палетку у нас с тенями для бровей и помадка. Ей получается быстрее брови сделать, они получаются эффектнее. Вот у меня средний тон коричневый, брови получаются эффектнее, более пышные, красивые, все прокрашивается. То есть если где-то надо плешинки заполнить, видите, как круто. Просто можно стрелочки нарисовать, если вы любите нюдовый макияж. Посмотрите, какая классная кисть, то есть она такая вот тонкая, упругая, классно скошенная. Я ей уже все пробовала, и стрелки красила, и брови. Ну класс, я в восторге. И вот оттенок коричневый, он не сильно темный, то есть он идеально подходит для вот таких вот бровей, когда они не черные и не слишком светлые.
Классная штука, я довольна. Стойкие тени карандаш. Я обожаю стойкие тени, пользуюсь ими постоянно с момента, когда у нас первые еще вышли тени. У меня, кстати, есть на канале тоже обзор. У меня оттенок бронза. Очень красивый цвет. Вот сейчас он, кстати, у меня внизу подкрашен, вот по нижней линии роста ресничек. Здесь какой красивый цвет. Очень тонкое нанесение, чуть-чуть полежит на глазах, он даже не будет отпечатываться, не скатывается, то есть он не жирный. Но если быстро делать макияж, можно взять какой-то светлый тон, нанести на веко и сверху с сухими тенями. Они зафиксируются, цвет усилится и даст подсветку, потому что вы видите, он переливается, то здесь есть такие частички блестючие. Очень классный продукт, обожаю. Особенно если вы не умеете краситься тенями, там накладывать сухие тени, их миксовать между собой, то это идеальный вариант. И тем более здесь такая красивая линейка цветов, то можно подобрать на любой вкус. Тут нас ждет тональная основа, которую я не взяла вам показать, почему-то не заметила. А это на кисть скидка, вот почему. Я вам покажу тональную основу, какая-то у меня есть из этих. Да, я уже вижу, какая это стойкая матирующая, оттенок 88, светлый беж. Итак, где уже нанести его, я не знаю, давайте вот тут, как раз тут венки проступают. Светлый беж, вот такой цвет, классный, стойкий. Кто вот любит, чтобы пуховички не пачкались, да, воротнички у пуховиков, вам надо подбирать стойкую тональную основу, то есть либо брать адаптивную, но она здесь без скидки, либо вот стойкая, классная, видите, ультрастойкая есть, но у меня ее нет вам показать. Вот она впитывается, хорошо перекрывает неровности, и она не отпечатывается так сильно, как обычная тональная основа, то есть она прям классная. Единственное, у меня темноватый оттенок. А тут нас ждет хайлайтер, просто необыкновенные вот эти капельки. Давайте уже, наверное, на другой руке я буду вам показывать. Чудо. Ой, зачем я так много сделала? Ну ладно. Во-первых, классный дизайн, очень удобно. Несмотря на то, что я не люблю такие пипетки, но здесь меня ничего не смущает. Он такой жиденький, посмотрите, просто вот, просто вот такой приятный цвет, кофейный даже какой-то. Я не знаю, это не золото такое желтое, а настолько красиво, натурально, естественно смотрится. Я его наношу везде, и как стрелочку по веку, если вы смотрели видео с макияжем, я его как стрелочку наношу во все места, где нужно хайлайтер положить. Это такое чудо, просто прелесть. И на тени немножко, и на помаду. А вот далее у нас идет такой палетка для контуринга, именно в таком оттенке у меня нет, поэтому не показываю. Далее пудра. Пудру тоже не пробовала, но отзывы о ней просто шикарные, что она и просто все поры закрывает, шлифует лицо, и оно выглядит таким холеным, ровным, просто идеальным. А вот кисточка такая шикарная, просто рекомендую всем. Так, здесь нас ждут корректоры, 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 потеряла, а не взяла вот такой консилер, жалко, хотела показать, потому что он очень классный, он прям крутой очень, я его наношу всегда вот на зону вокруг глаз, и так как у меня самый светлый оттенок, я еще носогубки им вытягиваю, чтобы сделать более светлым эту зону, чтобы не было, то есть чтобы был эффект более ровной кожи. Зато у меня есть праймер, вот такой вот тюбик праймер, если им долго не пользоваться, лучше его вот так потрясти, взбултыхать, потому что может немножечко водичка быть, вот так вот. Праймер наносим на кожу, видите, он бесцветный, практически ничего нет, зато сразу кожа ровненькая, поры скрываются. Даем ему минуточку полежать на коже и сверху наносим тональную основу, все, и фантастика, получается очень красивый и ровный макияж. Ультрафикс меня покорил, я аж взяла себе три оттенка. Первый мне прислали как официальному обозревателю, красный, я в нее влюбилась, в эту помаду, вот как раз от тебе идет речь. И затем заказала себе терракотовый и нюдовый, давайте я вам покажу. Итак, помада красная, смотрите, как ложится, просто фантастика.
терракота. Так вот. И нюд. Еще очень хочу тауп. Очень хочу тауп. Цвет мне так нравится. Мне кажется, он будет необыкновенный. Мне все помады понравились. Качество супер. Вы сейчас видите у меня на губах как раз в начале ролика. Я была вот с этим оттенком терракотовым. У меня чуть-чуть контур я сделала и накрасила потом этой помадой. Но она нереальная. Она невесомая. На губах я ее не чувствую. Вот сейчас разговариваю. Я не знаю, если бы я... не делала это не так давно, я бы задумалась, а у меня губы накрашены или нет. То есть она очень легкая, она сейчас чуть-чуть подсохнет, ей надо дать где-то 10 минут, чтобы она питалась, зафиксировалась, испарилась, влага из нее уходит, и она просто становится идеально ровная. Держится 8 часов, я проверяла, я с красной помадой и ела, и пила кофе, и чай, и ела всякие вкусняшки, и яблоко ела, а она осталась на губах. Единственное, у меня красная помада чуть-чуть внутри, он как бы чуть-чуть вот от горячего немножко не свернулась даже, вот собралась чуть-чуть, ее прям пальчиком растянула, и все, и она опять идеально лежит на месте. Классные просто оттенки, нереальные красивые. Так, тут нас ждет косметичка, удобная для хранения косметики. Тушь для ресниц, которая тоже, кстати, дает эффект такой, она прокрашивает хорошо внешние ресницы, и глаза выглядят более такие распахнутые и хорошо подкручиваются. Средство для снятия макияжа. Я такое не люблю, если кто меня смотрит постоянно, вы знаете, что я беру себе только для снятия водостойкой косметики, двухфазную нашу, тоже серии Zivan жидкость, я только ей убираю макияж, хотя водостойкой косметикой я не пользуюсь, но тем не менее мне она очень нравится. А вот еще тоже мне нравится помада, тоже у меня красный, я не так часто крашу красными помадами, но люблю их больше всего. Удобнейшая кисть, это жидкая матовая помада, вот давайте рядом нанесу, вы видите, что она ярче и более в малиновый цвет, да, как бы вот она. Вот это красный, он более такой красный, как мы его понимаем. Этот же более такой вот голливудский цвет. Тоже круто лежит на губах, но чуть суше. По ощущениям, все-таки это более сухая, чем новинка Ultrafix. И здесь нас ждет серия On Color для более молодой кожи. У меня есть два оттенка теней, давайте их посмотрим. У меня жемчужный розовый, они чуть-чуть пылят, вот когда их кистью набираешь, все-таки они немножко пылят, но лежат классно. У меня, кстати, сейчас на глазах как раз вот в светлый тон использован именно вот жемчужный розовый. Он приятный оттенок, хорошо тушуется друг с другом. А второй у меня цвет мерцающий беж. То есть я взяла для холодного макияжа и для теплого макияжа. Мерцающий беж просто необыкновенный. Прям смотрите, какое золото. Ой, как классно. Но при этом ни в рыжину, ни в какую-то там желтизну не уходит. Очень такой красивый цвет. Его, кстати, можно даже как хайлайтер использовать, потому что у него такой перелив красивый. И тут несколько оттенков, вы видите, можно выбрать светлый, можно темный, да, друг с другом смиксовать. Они тут даже... сразу понятно, например, беж с теплым кофейным, а жемчужный розовый с серебристым, да, с серебром, с синим, магический черный. Вот еще у нас здесь какие есть. А бархатный сливовый будет классно тоже с холодным смотреться. Ну, здорово, можно подобрать себе такую композицию классно. И объемная тушь для ресниц тоже хвалят, но мне кисточка такая не подходит, она для меня большеватая, поэтому не беру такую. Подводку Kyal никогда не брала, не знаю, как ей пользоваться. А здесь нас ждет тональный флюид для сияния кожи и BB-крем. Вот BB-крем я вам покажу, я дочке такой заказывала, но она сказала, что он хороший. Я не пробовала, честно говоря, почему-то не догадалась. Так, где у нас тут еще? Ну, вот он легкий такой. Пахнет приятненько, есть у него. Уже кончился. Наверное, мы его в пустые баночки должны забрать у нее. О, нет, еще есть что-то. Так, поторопилась я с пустыми баночками. Просто он лежал, и все стекло вниз. Мне нравится тональные средства в Oriflame. У меня вот
редко к какому-то крему бывают тональному, да, к тональной основе какие-то претензии, что там не подошел или в поры забился. Такая, это редкость, в принципе, такое, если случается. А в основном все они мне очень нравятся. То есть он такой прям невесомый, действительно, для молодой кожи будет идеальный вариант. Далее адаптивный блеск для губ, он подстраивается, то есть он сначала прозрачный, вот здесь на картинке, и постепенно становится ярко-розовым. Зеркальце карманное, 3 в 1 даже. Это какой же карман нужно, чтобы такое зеркало положить? Шучу. Так, ну оно будет, наверное, с двойным увеличением. Обычное, увеличительное и какое-то там супер увеличение. Не вижу, чтобы было написано про него подробнее. Так, помада, кремовая помада. А где же у меня такая помада? Я не взяла. Слушайте, ну это, конечно, большая ошибка. Как-то я ее пропустила. Потому что эта помада мне очень нравится. Я, наверное, перепутала и взяла вот эту, другую. Она будет здесь хотя бы? Нет. Да, я перепутала просто по колпачку, видите, схватила, а не посмотрела то, что это другой оттенок. По поводу этой помады хочу сказать, мой цвет теплый ореховый, 76 на конце. Обожаю помаду. Я не ожидала, что она будет настолько хороша в деле. Поэтому выбирайте смело цвета, какие вам нравятся. Здесь такая классная палитра, такое разнообразие цветов. Ну просто, мамочки, сколько всего хочется, да? Отличная помада. Лаки не брала, новые не пробовала. Вернее, пробовала, не брала себе, то есть пробовала один раз, как, какие цвета, и у меня где-то есть на канале тоже обзор этих лаков, можете поискать, если вы затеяли, да, такой вот вдумчиво посмотреть, какой же цвет брать. Но мне кажется, здесь видно, что цвета красивые, и можно определиться, например, если нужен нюдовый, то мы смотрим латте, жемчуг или тауп. Да, если какой-то необычный цвет, мята, там лаванда, видно хорошо оттенки на картинке, поэтому всегда можно определиться. Все-таки с лаками проще, чем с помадой, согласитесь. Как-то вот я взяла себе вот этот клевер, я обожаю этот лак, он такой нейтральный, подо все подходит, незаметненький вроде бы, и в то же время, кто его видит, всегда обращает внимание. А, матовые помады, не сказала про матовые. Вы знаете, я их пробовала, почему-то они мне не понравились. Я не помню почему, не могу сказать, что по качеству. Я себе ни один цвет не подобрала. Вот я их пробовала, и я была расстроена, то, что я себе ни один оттенок не смогла выбрать. Так, далее нас ждет что-то для маникюра. Тут наборчик нас ждет какой-то интересненький. А это новый? Кажется, был уже, да? Вот, посмотрите по составу, если вам подходит и набор нужен, то вот можно заказать. А здесь помады и лаки. Кстати, мне очень понравилась эта коллекция, особенно вот интересные цвета, такие вот необычненькие, я бы так сказала. Но вот лаки просто классные. Я бы вот все вот верхние, все бы хотела. Золотой нет, а вот эти все мне нравятся оттенки. Носочки. Я когда посмотрела, сказала, ой, хочу, просто супер, я лисичек обожаю, я же сама лиса. И потом увидела цены, я говорю, ой, какие дорогие. А дочка мне говорит, мам, да ты что, они в магазине дороже стоят. То есть такого плана носочки, да, они действительно дорогие, но они классные. Посмотрите, прям вот лисятки, лисятки. Зато это классный подарок. Это красиво упаковано, да, вот эта мордочка выглядывает, миленький лисенок, он порадует, мне кажется, любую девушку. Ух ты, красивые украшения. А стоит сколько? Асимметричное колье и серьги. Кстати, серьги дороже, чем колье, потому что, наверное, больше кристаллов здесь в сережках. Слушайте, ну, конечно, очень красиво, такая прям парочка. Слушайте, а что интересно, серьги-трансформеры, то есть можно их носить вот такие, как малые пусеточки. А можно сделать уже вечерний вариант. Здорово. Так, это мы все с вами уже видели. А здесь нас ждут тоже новые коллекции украшений. Кстати, очень мило. Очень мило. Я люблю наборами брать вот такие серьги. Я обычно раньше, когда у нас выходили наборы, я всегда себе брала. Поэтому я обеспечила себя гвоздиками разными абсолютно на любой случай жизни. Кстати, вот такая коллекция у нас была в давно, да, в прошлом году, по-моему, роскошный шарф с акварельным принтом, я его видела, он такой по качеству хороший, то есть он прям вот на осень идеальный вариант.
А вот коллекцию с апельсином и абрикосом все хвалят. Я пробовала только гель для умывания. Я брала дочке и сама несколько раз им умывалась. Вот такой классный. И запах классный. Так хорошо очищает кожу, не сушит абсолютно. А вот тоник и уже средство для увлажнения, гель для увлажнения, я не пробовала. Но я думаю, что это тоже что-то очень приятное. Прям супер. Так, серия для лица, серия Love Nature. Мне очень нравятся в этих сериях маски, и я всегда себе беру все маски. Вот у меня есть с кокосом и алоэ маска, я ее как скраб использую. Вот есть маска для губ, маска скраб, можно и как масочкой пользоваться на 15 минут, а можно быстренько за минутку, за две аккуратненько поскрабировать губки. Пахнет вкусно, это просто тропический рай. Столько экзотики в этом маленьком флакончике, эффект крутой, очень крутой. Маска пленка, тоже обожаю маску пленка, она прям черная, черная черная маска, то есть вы ее будете носить и будете ходить с черным лицом. Кстати, классные фото для Instagram можно сделать, повеселить всех. Так, далее серия осветляющая. Вот вы спрашиваете, чем убрать пигментные пятна. Пожалуйста, посмотрите, цены невысокие. Кстати, мне нужен дневной крем, а он без скидки. У меня клиентка ждет скидку на этот крем. Серия эффективная, я сама ей вывела пигментные пятна. В серии Optimus также есть для нормальной комбинированной кожи средства, для кожи, склонной к сухости и чувствительности. Есть маски, маски с глиной и маска с ягодами питательная. И есть классная маска, кстати, маска питательная вот такая вот с ягодами, очень классная маска, суперская. И есть маска, такая чудо маска я себе взяла, я, кстати, и так пользуюсь с удовольствием. Я наношу на лицо эссенцию и сверху накладываю эту маску и минут 10-15 хожу. Она очень комфортная, за ушки зацепила. Потом я ее водичкой просто помыла, повесила просушить и убрала. Супер просто, кайф. Всем рекомендую. Такая универсальная, многоразовая. То есть можно, например, сыворотку нанести под эту маску. Можно вот такую маску нанести, а сверху силиконовую, да, усилить эффект самой маски с другого продукта. Так, тут нас ждет все для эпиляции. Кстати, я вот не оценила вот эти вот полосочки. Я брала для рук и ног такие большие, но они не удалили у меня полностью волосочки. Обожаю наш триммер, очень хороший. И расскажу вам про аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1. Вот так он выглядит на удобной подставке. Подставку убираем. Три насадки. Это массажная. Наносим крем. И вот так вот двигаемся. Просто идет вибрация. Мощная-мощная вибрация. То есть мы крем как бы вбиваем в кожу. Идет массаж, усиливается кровообращение, и кожа как будто бы разглаживается. То есть я вот прям где складочки, там морщинки, я вот так аккуратно начинаю водить как утюжком, глажу, 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 и мышца расслабляется, морщина уходит. Обожаю эту насадку. Насадки легко меняются, то есть раз, поменяли. Это у нас очищение, гель нанесли очищающий. Это скраб силиконовая, то есть гель нанесли и вот этим прошли аккуратненько. То есть она не вращается, а вибрация. Подойдет для любой чувствительной кожи такой аппаратик. Многие спрашивают, как быть чувствительной кожей. Все отлично, даже не переживайте, вам подойдет и все будет очень хорошо, потому что у меня брали девочки с чувствительной кожей, все отлично. Так, далее нас ждут тут. Не увидела, что скидка на патчи. Ну, на мой взгляд, патчи дороговатые. Они, конечно, классные, очень крутые, очень хорошо увлажняют, успокаивают, отеки снимают, все проверила, все хорошо. Ну, как-то, вот, знаете, дороговато. Я бы хотела, чтобы у нас была такая банка, и в ней много-много патчей, и по более доступной цене, чтобы не одни, да, а побольше. Серия Эко Бьюти.
эта серия на 95% с натуральными компонентами, то есть подойдет для людей, кто, да, вегетарианцы, очень любят такие натуральные серии. Королевский бархат подойдет для девочек 40+, у кого кожа склонна к сухости, отличная серия, мне она очень нравится. Серия Novage у нас разбиты по задачам: сияние кожи, далее, да, вот сияние Skin Energize, далее экологен, это убираем морщины, серия Ultimate Lift восстанавливает овал, контур лица, да, лифтинг делает, и для зрелой кожи у нас уже идет Time Restore. И здесь же нас ждут тоже серия осветляющая, убирает пигментацию, то есть, да, для борьбы с пигментными пятнами, маски тканевые. А почему такая цена низкая, девочки? Я первый раз вижу такой ценник на маску — 169 рублей. Ой, надо будет набирать, потому что маски шикарные, вот просто шикарные. Далее нас ждет концентрированный крем-скульптор для декольте. Вот у меня уже заканчивается прям, о, пустой практически флакончик, буквально на пару раз осталось. Я пользуюсь, то есть шея и декольте — особый уход, потому что кожа стареет быстрее всего именно в этой зоне. А, не показала. Это просто такой вот жиденький, как лосьончик полупрозрачный. Ну, дайте капельку. Вот, капельку показываю. То есть такой вот нежненький, легенький лосьончик. Я его прям быстро наношу такими легкими прикосновениями. Я густенько делаю, то есть я не экономлю на своей коже. У меня серии быстро заканчиваются, но зато и эффект хороший. Классный крем. Далее лопаточка для нанесения. И здесь нас ждут крем для лица против покраснений и эмульсия против воспалений. Вот эмульсию я уже на себе испытывала несколько раз. Появляется прыщ, я беру такую малюсенькую капелюшечку и прям вот аппликационно так на прыщик наношу и оставляю прям побольше, и ухожу полчасика, оно все впитывается, иду спать, на ночь делаю, утром встаю — от прыща даже привета не остается, просто ровное место, супер. Единственное, знаете, запах какой-то вот, не знаю, специфический какой-то, природный, да, понятно, что это что-то знакомое, даже какая-то травка, но мне она не нравится, этот запах. Ну, ради такого, чтобы убрать за одну ночь прыщ, я готова потерпеть. И вот два продукта, которые рекомендуется использовать в паре: очищающее масло для умывания гидрофильное, это прям масло масляное, мы его наносим на кожу, на сухую кожу, а потом мочим пальчики и по коже мокрыми пальчиками бегаем, и оно становится маслице беленьким, смываем и потом умываемся очищающим гель-тоником или любым гелем, которым вы привыкли умываться. То есть двойное очищение должно быть. Классное, конечно, масло, но то, что вот отдельно, оно не так эффективно, как в паре. Также масло можно снимать макияж, но мне некомфортно. Я попробовала раз, два, но нет, сказала, это не мое. Так, впереди нас ждет wellness. Wellness — это красота изнутри. Что я люблю в wellness больше всего? Все. Люблю все, чем пользуюсь. Напиток пробовала, да, понравилось, правда, эффект вот розовых щечек у меня появился. Здесь у нас идет шейкер по акции, какой-то необыкновенный шейкер, его можно при заказе протеинового комплекса или коктейля, он идет с хорошей скидкой. Итак, я обожаю наши коктейли, обожаю, особенно ванильный. Я люблю супчики, иногда кушаю, не часто, но кушаю супчик. Обожаю наш wellness pack целиком, комплекс. Я не люблю так вот по банкам разбивать, да, я беру всегда комплекс и пью его целиком, пакетик в день. Мне нравится пребиотический напиток, увидела эффект от него однозначно, он эффективный, улучшается пищеварение. Далее батончик еще не попробовала, но очень хочу, думаю, что скоро возьмусь за батончики. Следом краска для волос. Классная краска, мой оттенок 9.0, светло-русый. Покажу вам состав краски. Я пользуюсь краской в домашних условиях сама полностью, потому что все очень просто. Мы берем из коробочки флакон,
Откручиваем крышечку и выдавливаем. Ну, надо будет сначала проколоть дырочку. Вот так колпачок перевернули, прокололи. Выдавливаем содержимое тюбика во флакончик, и все надо хорошо будет взбить. Потом кончик отламываем, и через вот это маленькое отверстие краска небольшими количествами переносится на прикорневую зону роста волос. Все распределяется кисточкой потихонечку. А внутри вот тут есть перчатки, вы развернете, сейчас я чуть-чуть пошуршу. Вот тут перчатки, вот они спрятаны прямо на инструкции, они вам помогут в работе. Все дома, в домашних условиях все делаем. 30-35 минут подержали, по инструкции читайте, сколько держать краску нужно, и потом смываем и наносим маску. Маску держим побольше, я не держу 2-3 минутки, я прям минут 15-20 подержу. Она шикарная маска, я прям хочу ее целое ведро этой маски, потому что она моя любимая. Кстати, вот в серии Beautanical, сейчас я вам ее скоро буду показывать, маска очень похожа, и маски в пакетиках, где у нас манго с бананом и с авокадо, по качеству очень похожи вот с этой маской, они необыкновенные, такие волосы делают классные. Краску рекомендую, она прям вот, даже вот я беру себе светлую, по идее она как бы, да, может испортить волосы, подсушить, ничего подобного не происходит, волосы живые, красивые, отлично прокрашивает седину, у меня все закрашивается, поэтому я прям от краски в восторге. Далее идут серии для волос, серия Hair X. Тут многообразие выбора, восстанавливающая серия, и мне нравится, что в этой серии есть вот такая вот сыворотка для сухих и поврежденных кончиков. Нужно взять прям капельку сыворотки, ну вот если волосы, как бы я сейчас не буду много делать, капельку взяли, вот так на пальчиках растерли, берете волосы и переносите вот так на кончики, не надо вот так тереть. Просто вот так снимаете с пальчиков на кончики волос, сыворотка моментально впитывается и оставляет за собой гладкость, ухоженность, никакого жирного блеска не будет, да, то все очень-очень хорошо. Сыворотку такую я беру постоянно на протяжении уже многих лет, мне она нравится. Сейчас салфеточку возьму. Пальчики вытерла эту сыворотку, немножко испачкала. Очень нравится сыворотка, расход у нее малюсенький, потому что буквально мне нужно 2 капли на все мои вот кончики волос, больше не нужно. А если волосы покороче, может быть, не такие густые, то одной капельки достаточно. Следующая серия идет для окрашенных волос, и переходим к следующим страничкам. Тут вот, кстати, спрятали в маленьком, да, таком формате, шикарная серия для жирных волос, тоник стимулятор роста волос. Смотрите, вот тут можно не заметить, а оно есть. А здесь у нас количество товара ограничено, у нас снимают муссы, очень жаль, шикарные муссы. Так, и далее вот смотрите, будет много-много предложений к Новому году, то есть можно собрать классные наборы подарочные, себя побаловать, потому что хорошие скидки, хорошие такие вот цены нам предлагают. Итак, набор огни Парижа, мочалка, перчатка массажная и гель для душа, всего за 199 рублей, супер. Далее набор с черникой, черничный десерт называется, выгоднее брать набором, чем по отдельности. Здесь у нас крем для душа и крем для тела. Смотрите, как это красиво выглядит, шикарный праздничный набор. Здесь у нас снежинки, ягодки, то есть такое все новогодняя тематика, просто супер. Я уже набрала таких наборов, не думала, что они еще будут, в запас себе положила. Так, здесь нас ждут гели для душа, серия Love Nature, отличная серия, мне нравится все в этой серии, кстати, у меня есть.
запасе лосьон для тела с кокосовой водой и дыней. Не открывала еще новый, просто вот вам показываю, как будет выглядеть. Это такой хороший большой тюбик, 200 миллилитров, отличная консистенция. Я их уже штук 6 или 7 использовала, потому что мне невероятно нравится этот аромат, он такой вдохновляющий, такой просто вот, ну, вкусный. Я прям как в рай переношусь куда-нибудь на остров. Так, здесь нас ждут антицеллюлитный гель для тела и укрепляющий гель для груди со скидкой, дезодоранты, спрей или шариковые по вашему вкусу. Так, средства для интимной гигиены. Мне, кстати, очень понравился этот гель нежный, он и для мытья, и для бритья. Супер просто продукт, я не ожидала. Я обычно не люблю наши средства для бритья, никогда не брала, а в этот раз меня покорил этот гель, он просто классный. Далее интимные, да, гели, ну, для интимной гигиены опять же, и серия Beautanicals. Как я люблю эту серию, мыло у меня сейчас есть, пользуюсь. Крем для рук мне так и не достался, может быть, в этот раз я его себе закажу. Очень нравится средство для купания, аромат вот этой жимолости, он просто необыкновенный. А вот для волос это что-то фантастическое. Закажу себе, наверное, целую коробку, не дай бог кончится или вы разберете. Так, и еще один продукт, это расческа. Вот теперь вся коллекция в сборе. У меня волосы оживают, когда я мою этим шампунем и пользуюсь кондиционером. Это просто какая-то подмена волос, потому что когда я первый раз ими воспользовалась, я просто сказала: что это? Это что за чудо? Я испугалась, что этот эффект будет один раз, потому что бывает такое в некоторых компаниях. Вот я пробовала, первый раз пользуешься — классно, а потом нет такого эффекта. Здесь же я уже использовала полностью один кондиционер, шампунь у меня где-то наполовину. Шампунь меньше расходуется, потому что первый раз я мою голову каким-то более простым шампунем подешевле, а вот кондиционер я не экономлю, поэтому уже целый флакон использовала. И удобно то, что здесь дозатор, а здесь крышечка вот так вот открывается. Там новенький поставила только что. Классная расческа, посмотрите, какая она крутая, так сделана хорошо, мне она нравится. У меня уже несколько лет эта расческа, я ее всегда беру с собой, когда куда-то иду, чтобы, ну, подправить прическу, расчесаться. У меня эта расчесочка всегда со мной. Здесь у нас серия для деток, отличная серия, уже много потрясающих отзывов. Выгодно брать три средства, потому что цена будет намного приемлемая. Зубные пасты, щеточки. Мы уже долгие годы пользуемся пастами, щетками Орифлейм, они классные, просто никогда не подводят. Детская серия Disney. Я где-то видела объявление, что закончились продукты, но надеюсь, они появятся в этом каталоге, потому что к празднику деткам все хотят что-то интересненькое приобрести, и здесь хорошие, конечно, предложения. Для ног, вот для ног всегда круглый год что-то нужно обязательно отшелушивать, смягчать, бороться, да, с сухостью и с наслоением. И тут и пилочки, и щеточки, появился новый инструмент для удаления мозолей. У кого есть такая задача удалять, смотрите, какая классная штучка, нам прям компания нас балует постоянно. Кстати, вот такую щеточку я тоже не видела раньше, это тоже новинка, я, конечно, могу ошибаться. А вот такая пилка шлифовальная больше всего мне нравится, именно такая широкая, потому что она вот всю подошву ног сразу захватывает, то есть мне нравится такой формат. Здесь силиконовые всякие невероятно удобные стелечки, наклеечки для обуви, для того, чтобы не натирать, или если обувь великовата, чтобы размер уменьшить обуви, чтобы ножки комфортно было, да, там за пяточку, под пяточку, выбирайте на любой вкус. Красивые пакетики с каким-то невероятным эффектом, то ли это 3D эффект, то ли это будет как-то выделяться так красиво, ну, скорее всего, это какой-то, не знаю, эффект очень классный, супер, мне понравилось. Далее все для кожи. К Новому году готовимся на 100%. Делаем двухфазный пилинг каждую неделю, да, один раз в неделю по первой, второй базу. Посмотрите, на сайте есть, как правильно пользоваться. И здесь, кстати, есть инструкция, как правильно пользоваться.
Очень просто, кстати, ничего особенного. Я делала курс, эффект отличный. Очень люблю нашу ночную маску, очень люблю. Вот у меня сейчас вот это я пользуюсь, у меня новая уже стоит выкупленная маску, я обожаю, она меня прям выручает. Утром встаешь с этой маской и как заново родился, щечки румяные, вся такая красивая, классная. Смотрите, какое классное предложение: нутрикомплекс для волос и ногтей и шампунь стимулятор роста волос. Только я вам шампунь другой показываю, у меня сейчас нет стимулятора, Миша его использовал практически, ну не стала из ванной брать, просто вот такого же формата, 250 миллилитров, и пачка витаминок всего 1549. Это первое. Второй набор фантастический, это кальций и зубная паста, всего 1239 рублей. Вот классное предложение, супер просто. Очень редко бывают скидки на wellness, и когда вот бывает что-то, то я всегда этими предложениями пользуюсь. Далее серия Essentials. Тут у нас Essentials. Не знаю, почему я читаю, я просто учила немецкий, поэтому я иногда неправильно произношу некоторые слова английские. Essentials. Итак, здесь у нас будет очищающее средство 3 в 1, да? Да. Крем для лица и универсальный крем для лица и тела, они разные по объему, здесь 75 миллилитров, а здесь 150. Здесь нас ждет серия спа, маска для рук. Забыла взять, у меня такая есть маска, я ее всегда беру, у меня заканчивается, я сразу новую заказываю, мне очень нравится маска. И мыло именно в наборе выгодно взять, потому что мыло с отличными отшелушивающими эффектами. Далее ароматический диффузор, тоже серия спа, мне очень понравился аромат, дизайн, мне все понравилось, но вот у меня стоит уже, наверное, 4 месяца, там осталось прям чуть-чуть, я его еще разлила, к сожалению, я уже не чувствую сильного такого аромата, может быть, я бы к нему привыкла, я не знаю, но первое время, вот месяца полтора-два, все было супер, а потом как будто бы вот я уже не чувствую запах. Мне жалко, конечно, что не такой долговечный эффект, как хотелось бы, но когда я вот я палочку беру, нюхаю прям вот ее, да, пахнет, но так чтобы в ванной сказать, что сильно пахнет, нет, не чувствую. Смотрите, какой интересный дизайн для серии мед и молоко, он какой-то прям неожиданный, и мыло розовое, и тут такие интересные сочетания, лилово-сиреневый, розовый, здорово, правда? И цены такие адекватные, особенно вот мне интересно жидкое мыло 300 миллилитров, 269 рублей, да, хорошая цена на мыло, оно очень густое, очень концентрированное. А это просто фантастически красивая серия, спрей блеск для волос и тела, видите, блестки здесь, надо вот так вот сбултыхать, и вот что получится. Да, блестки есть, я пробовала, и на волосах видно, сейчас брызну, ой, и на руке идет как будто бы, знаете, вот такой отлив, как у раковины морской, перламутр, вот сейчас высохнет, и будет такое вот сияние красивое, и мелкие-мелкие-мелкие блестки, то есть очень деликатно, не навязчиво. Я брызгала на волосы, мне дочка сказала, да, мам, видно, блестят волосы, я-то не вижу на себе. Такой красивый гель, густой, пузатенький, такой 250 миллилитров, пахнет вкусно. Такой сладковатый, нежный-нежный аромат, кстати, он не будет громко такой кричащий, вот от спрея, да, что перебьет духи ваш парфюм, нет, он будет такой прям приятный аромат. И это еще не все, наборы с ароматами и с гелями, мужские, женские наборы, кстати, да, цены выгодные, правда, вы смотрите сюда на цены. Маленькие мини ароматы, которые я просто вот обожаю их дарить, классные себе вот в дорогу, по 8 миллилитров, супер чудо. Вот такие коробочки, смотрите, все упаковано, все в слюде, коробка красивая, внутри вот такой вот, да, будет маленький аромат, которого хватает надолго, очень надолго, потому что они такие же концентрированные, как и в большом оригинале. Здесь нас ждут наборы Giordani Gold, кстати, не доборы, здесь парфюмерная вода Giordani Gold, а здесь она в наборе с кремом, да, получается
хорошее предложение из-за того, что еще что это все будет в коробке. Да, здесь есть коробка, подарочный набор почему-то не указано, мне кажется, это будет все в коробочке, должно быть, по крайней мере, я надеюсь. Масла, вот они, мои любимые для волос. Меня эти масла спасли, когда я выходила из черного цвета светлый, как сейчас, и волосы пострадали очень сильно. Я спасалась только маслом. Если бы не оно, мне пришлось бы просто сделать короткую стрижку, как под мальчиком, потому что волосы сильно испортились, а масло, оно спасает просто волосы. На любой вкус выбирайте: защитное, укрепляющее, ночное. Очень вкусно пахнет ночное, я его больше всего люблю. Он также, мне нравится укрепляющий, они мне все нравятся, я просто периодически беру то одно, то другое, потому что для волос это тоже полезно, делать какую-то смену. А здесь нас ждут защитные серия: крем для лица, крем для рук, бальзам, миндаль и мед, да, пчелиный воск и миндаль, обладает такими защитными, увлажняющими свойствами. Здесь маски такие прикольные, они как джемы, но все в красивых коробочках. Маску надо использовать за один раз. Здесь новогодняя тематика нашей давно известной нам любимой серии, да, с такой вот приятной ценовой политикой. Смотрите, 79 рублей, если два продукта мы берем, и 39 рублей мыло. Очень хорошая цена, конечно, наберем такие классные цены и на подарки, то что дизайн будет красивый. Набор крем маленький в этом наборе, он прям буквально, смотрите, 30 миллилитров, и отличное мыло с ароматом персика, ладошки, мыло ладошки. Здесь, да, это по акции у нас будет, за каждый набор такой будет 1 рубль перечислен в фонд «Жизнь с ДЦП». И наборчик классный, где он у меня, сейчас вам покажу. Я мыло уже открывала, показываю, какой аппетитный кусочек мыла. А называется «Пряный цитрус», шикарный крем для рук в красивом дизайне с очень новогодним таким пряно-цитрусовым ароматом. И вот такой вот живой кусочек мыла. Посмотрите, как круто сделано, прям как будто в разрезе апельсин. Обожаю этот набор. Каждый год вот он уже на протяжении, наверное, 3 или 4 лет выходит, я всегда его беру и все время не могу им насладиться. А вот тут нас ждет неожиданный сюрприз, будет набор кремов для рук в коробочке, объем каждого тюбика 30 миллилитров. Такие ароматы у нас уже были, просто сделали праздничный дизайн: жасмин, пион и сирень. Вот такие вот будут тюбики. У меня как раз жасмин сейчас лежит на столе, я его практически уже весь использовала. По качеству очень крутые, по дизайну очень крутые, да, вот, ну, вот вообще все мне в нем нравится, легко впитывается, хорошо увлажняет, красиво выглядит, с собой носить удобно. Я везде по дому их раскидала, эти тюбики, везде ими пользуюсь. У меня сейчас сирень еще где-то лежит, ну, не на столе открытый, наверное, в сумочке, да, я сирень с собой ношу, он самый вкусный сирень. Смотрите, как классно, всего 299 рублей. Можно или целиком коробочку подарить, или подарить каждому по тюбику, то есть у вас подарочек выйдет, ну, так, по 100 рублей, а если у вас есть скидка, то есть оформлен дисконт в компанию 20%, то будет 240 рублей, разделите на 3, сколько получается? По 80 рублей всего, да? Классно, хорошие подарки. Вот, и смягчающие средства. Ой, забыла взять, но у меня тут под рукой. У меня, правда, с апельсином, но я вам просто хочу показать объем. Потому что это будет вот такой вот маленький, пузатенький пузыречек, да, бочоночек. А вот здесь у меня средство с апельсином, но вы можете выбрать или с клюквой, с черной смородиной или с гранатом. Они приходят в картонных коробочках, все будет очень красивенько, то есть такой хороший вариант тоже комплимента, да, кому-то сделать маленький подарок. И каталог завершает еще один набор, который я уже хочу, закажу обязательно. И набор входит крем для рук и мыло в такой вот упаковочке, в обычной. И здесь у нас яблоко в карамели, вот что классно, очень вкусный аромат,
Я потерла страничку, понюхала, поэтому хочу. И новогодний дизайн тоже будет классный подарок. Фу, какие мы с вами молодцы, что посмотрели. Я молодец, что рассказала. Вы посмотрели все вместе со мной. Вы мои герои. Кто смотрел, признавайтесь, пишите в комментариях, что вы выдержали до конца. Напишите, что для вас полезного вы услышали, что новенького. Я вам всем желаю отличных покупок, классных больших заказов от ваших клиентов. Рассказывайте с удовольствием о самых любимых своих продуктах и рекомендуйте то, о чем я вам говорила. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.